Всем привет, добро пожаловать на канал Сакуфлэйс. Сегодня будем играть игру под названием Dead Effect. Поехали, начинаем новую игру. Да. Поехали. Автолечение у нас недоступно. Да, согласен. Поехали. Мы начинаем за мужика, естественно. За кого же нам еще начинать? Проверка тканей. Так. Куда? Я только начал. Хорош мне закрывать. О как. У нас мини-Халк, ребят. Маленький-маленький Халк. Так. Ну. О, наконец-то. Так. Не тут. Аудио. Вот так вот. Нафигачим все это дело. Думаю, слышно будет лучше, чем те разы, когда я записывал. Так, ну давайте, нам предлагают похилиться. Хилимся. Туш. Так. Понимаю, руки, конечно, в карман не лезут, но все-таки. Да, что происходит? Ему точно никто не поможет. Аш видит цель. Аш видит цель, может, ребят. Какая двузначная. Какое двузначное название? Перчаточка, иди сюда, родная. Ты где там? Ну я понял, что синглшот. Куда мне его? Это синглшот еще. Ну, разруху я знаю, но она мне сейчас не зачем. Так, открываем сундучок. Давай, открыли. Good. Давай. Hey, man. What's going on here? Я там мужика увидел, там их несколько. О, здравствуйте. А мы к вам в гости, да? Близко к противнику, ладно. Визуальная игрушка напоминает Dead Space, ребят. Если думаю. Хотя, думаю, вам сразу это бросилось. Потому что делаю это обзор уже, так сказать, прохождение слишком поздно этой игры. Думал после того, как она вышла. Так что, думаю, все уже знаете об этой игрушке. Что она взята с платформы Android. На iOS не знаю, не могу сказать, но все-таки. Потому что юлсов у меня Apple никогда не было, да и как-то неохота, честно говоря, тратится. Так что на Android, я знаю, точно не на была. Думаю, и блин, иди. Ну, так, снял. Фонарик у нас на F, как всегда. Куета крутится на 180. Не знаю, зачем оно надо, но надо, видимо. Так, планшет. Чей-то? Мужик, я немного завидую, ты спишь, пока тут жопу рву на работе. Ладно, больше маюсь от безделья, чем работаю, но все-таки. Ага. Маясь от безделья, он еще и завидует. Пахать надо, как лошадь, чтобы заслужить такой сон. Да, ребят? Я ж прав? Согласны. Упали аж. Да, мужик, ты прав, конечно. Давай открываем. Открываем ворота. У нас тут денежка. Шо? Очень даже. Так, планшет. Внимание, на станции возможно враждебная активность. Оставайтесь в своих каютах. Конечно. Придут, съедят и не заметят. Оставайтесь в каютах. Не, я не согласен ни в коей мере с этим. Хорош, я думаю, можешь попробовать, конечно, записать ее сразу побольше, чтобы то, что не пришлось перезаписывать намного раз. Хотя делить на серии гораздо лучше, вот. Денежка. Вот она. Символы, кстати, трофейщики надо уничтожать.
Они иногда полезные вещи приносят, которые мы можем купить в меню, энные вещи, которые будут нам полезны в дальнейшем. Гранат у нас нету. На. На-на. Гранатки у нас были, это замечательно. То есть нас, можно сказать, кремировали вместе с гранатами. Оригинально. Более чем, я вам скажу. Так, давай. Меткость, конечно, и вообще идеальная. Не зря на их медлительность. Good. Очень хорошо. Денежка. Еще 850. Замечательно. Еще один ящичек. Давай, ящик. Лутаем все, что можно. Это вкусно и полезно. 7 сентября 45 года. Враждебная деятельность на станции. Итоги отсутствуют. Результаты. Круть. Давайте покинем тогда помещение гиперсна. Давайте покидаем. Что ж, фонарик у нас F, как я уже и нащупал все это дело. Так, сколько у нас денежек? Не все нашли, хотя... Ладно, бог с ними, с деньгами. Так, точность попадания 70%, скрытых трофеев 1 из 4, планшета 2. 6 минут. Что ж, пойдемте дальше тогда, сразу же. Прогуляемся, отдохнем, так сказать. 15. Точность у него лучше, а вот урон не очень. Ну, пока ничего не будем улучшать, то лучше покупим деньжата, пусть они будут хотя бы. А то иногда складывается такая ситуация, что деньги есть, а патронов нет. И поэтому падаем, как хрен знает кто. О, сразу карточка на 250. О, ох ты. Ребят, это оружие вам ничего не напоминает? Примерно по мне, мне оно что-то напоминает МП-44 немецкий. Даже по звучанию то же самое. Вот так. Хо-хо. Ребят, сколько ж вас? Чё, живу еще? Нету? Он наконец-то день. Золото есть. Золотые монетки нам нужны. Мы любим такие вещи. Не зря, что мы типа спецназ и так далее. Но как без этого? Это основа основ. Так, имя, от имени научной организации Меридиан хочу сообщить о сделанном вами революционном открытии. Оно поможет нам решить непростые задачи колонизации. Так, гость... негостеприимным планетам Тау... Сети F. Мы разработали методику аугментации, усиления способности человека. Не, ну, вот оно. Человек, который подлежит функции, поддержит функции организма в неблагоприятных условиях. Ну, в общем, было ясно. Назвали Defect. Так что вот он наш дефект бегает сейчас. Еще монетки. Так.
Давление 180 на 110, большое, температура чертят, зашкаливает, друг. Понимаю адаптация, но не 41. Тебе кровушка кипит, тогда. Горячая кровь. С одной стороны, это очень хорошо. Ну да, кто-то с тобой на связь вышел. Доктор Вагнер. Ну что ж, доктор, командуй. Расскажи мне вновь проснувшимся, что тут случилось. А хороший автоматик. Бойность вроде, конечно, не ахти, но... наваливает он нормально. Все толпу вывозит. Это самое главное. Так. Лутаем, 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 лутаем. Лут. Что там у нас? Патроны. Давайте еще. Давай, давай. Еще патроны. Надо же. Ох ты. Генератор накрылся. Пойдемте. Нам надо открывать все эти дела. Так, бабеха. Тебя не просил меня преследовать. Мне таких фанатов, к сожалению, не надо, чтобы пугали. Агась, гуд. Не знаю, что там происходит, но в космосе явно что-то не так там. Слишком уж шума-то хрена инородного. Скрип такой жесткий, металлический, куда что-то в что-то трется так. Можно сказать, вынужденно трется, я бы сказал, вот так вот даже лучше высказано. Привет. Ребят, что-то вы запировали чутка, то какие-то еле ходите. Вот что значит пить много. Шутки за 300. Да. О, кому-то слишком хорошо. Что не особо может радовать в эти моменты. Вот так. Прицел ниже, и все нормально. Вот так, давай, давай, давай. На. Лежать. Две золотых монетки, так сказать. Шикарно. Два золотишка нам и надо. Подождите, нет, нет, нет. Давайте сюда, что ли, сначала. Вот. Деньги-то нам нужны. Потому что у нас тут, я как понял, все апгрейды в деньгах измеряются, а не пройди уровень. Так что... Ладно, ладно, ладно. Открывайте отсюда. Так уж и быть. Угу, гуд. Угу, замечательно. Двигаемся дальше. Турелька. Это не есть хорошо. Да, не, честно говоря, аналог Dead Space прикольнее сделан. Хотя это, конечно, не Dead Space, конечно, далеко. Но тематика у них схожа. Вот так вот. Угу. Великолепно, согласен. Давай, пошли. Открывай дверьку.
Ишь, чего захотел, друг мой. На-на-на-на-на, живой, смотрите-ка. Нет, не живой, уже упал. И пущай падает. Мне же лучше. Что у нас не убивает, делает нас сильнее, как говорится, да? Давай-давай-давай. На-на-на-на-на. Есть. 7,62, 160 патронов. Нормально. Коробочка хорошая досталась. Максимум боеприпасов. О. На-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Эй, толстый. Толстый упал. На-на-на, есть. Готово. Так, нет. Давайте в другую сторону, потому что если нам идем прямо линейно, будет совсем уж неинтересно. Блин, я про эти таблички-то совсем уже забыл на самом-то деле. Что их надо уничтожать еще на каждом уровне. Ты гад, что пугаешь? На. Угу, повреждение, тар. Это у нас что, интересно, автомат? Тар. Тар-тар-тар. Ну, скорее всего, автомат. Что больше может быть? На этих уровнях. Логики и Chevros нам должны давать улучшение на автомат, потому что у нас больше нечего пока. Чуть-чуть не достал по деньгам, конечно, но... Что ж, вот оно. Есть контакт, докинули достижения нам. Дальше поехали. Во 8% похоже на Китарю, да? Так, что взять-то хоть? 20 тысяч. Ну, а тут что у нас? Точность. Вот что бы взять. Ну давайте пока ничего его улучшать, чтобы у нас, в принципе, незначительно у нас все это улучшение сказывается. Так что пойдемте дальше. Что, я заражен? Ты чё, друг? Как я могу быть заражен, если я спал там? Оху-ху, слоумо. Оно сейчас, конечно, везде, но оно всегда радует глаз все-таки. Сделано все это всегда красиво и как-то приятно, что смотрится просто замедленно, что нестандартно. Вот так даже я бы сказал. Так, тихо, ребят. Я вас не просил. Я вас сам пригласил, ребят, домой. Вы чё? Куда, куда, куда? Без приглашения нельзя. Иначе под расстрел. Сказал? Сказал. Всё, какие вопросы? Привет, красавица. Нету, всё, красавица. Ушла. Отдыхать. Нет. Принципиально иду... Ты ё-мо, чё ж ты откидывает так? По жести. Ух-ух-ух. Нас, конечно, Кондратий берёт тут красиво. Ничего не скажешь. На. Вот и всё. Отпустил Кондратий. Давай. Всё, красота. Карточка на 2600.
Потрошки, хорошо. Продолжаем. Ну что ж, не знаю, на что копить можно. Ну, можно, в принципе, улучшения особо и не сказываются на геймплее и всем. Потому что можно тут до последнего копить. Так, вот это мне совсем не нравится. Эти зомби испортили воздух. Планшет. Активно газовая чистка. Спасибо. Я понял. На гранату. На гранату. На еще гранату. Гуд. Давай. Промах. Лучше целься. Еще золотишко. Замечательно. Два золота уже с самого начала. Подарочки, подарочки, подарочки. Что там? Это наш пистолет, который у нас сейчас. На него накинули. 2000 нам подарили. Прелесть просто. Значит, не зря стараемся. Блин. А здоровья-то и нету. Совсем нема здоровья. Совсем-совсем. Так, хилочка. Хилка, 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 хилка. Давай, давай. Я пошел. Погнали. Следующий уровень. Ох, как вас много-то. На. Так, вниз. Иди спать, а? Ты пьяный, иди домой. Нас, иди отсюда. Так, замечательно. Вроде почти зачистили. Давай. Ну же, падай уже. Падай, да. Все, упали наконец-то. Все, можем встать и спокойно делать свои дела. Давай. Потрошки. 70 потрошек. Замечательно. Карточку не забываем. Еще. Спасибо. За одноких своих я согласен вас работать. Хилочку бы, хилочку. Мне хоть одна аптечка. Живая еще, живая. Замечательно. Свет нам пока не нужен. А тем временем мы продолжаем. У нас полное здоровье. И мы включили вентиляцию наконец-то. Аж куда там? Наверх. Куда-то наверх. Пойдемте наверх тогда, что ли? Что еще можно сделать, сказать? Вот оно. Дверка-то у нас наверху открылась. Так, тут у нас закрыто, ничего нету.
Гранат нету? Есть. Давай, 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 открывай, открывай. Есть что-нибудь? Так, пока они меня не видят. Твилл, это невероятно. Большая бритва просто вышел с корабля, из костюма салона вернулся обратно. А сила и скорость тоже собираюсь это сделать. Больше не буду жирным механиком. Ну да, давай, жирный механик. Кто-то, значит, эксперимент уже удачно провел над собой, что... Скорее всего, мы сейчас будем устранять огрехи тех, кто... Кто все-таки решил подключить эту заразу к себе. В организм. На. На последнюю. Хо-хо-хо, мясо-то. Угу, гуд. Вот он, да, вот он. Добрый вечер, господа. У вас тут дискотека, я смотрю, судя по освещению. Да. Я, как всегда, все испортил. Спасибо. Да, было очень приятно иметь дело. Правильно, своих бей, чтобы боялись другие, конечно. 1400 накид. Чё-то или эта зараза меня, конечно, начинает проедать. Я говорю. Если это эффект заражения, то все, надо срочняк на до койки. Да? Правильно я понимаю, надеюсь. Чё там за зверюшка? Типа хрюшка. А, вот она, хрюшка. Да-да, приятного аппетита. Ну вот этот, видим, товарищ, который провел на себе эксперимент. А, не-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 не. Ты чё, больной, что ли, на всю голову? А, нет. Угу. И куда ты? Самонаводящаяся ракета. Типа земля-земля. Угу. Перезарядочка. Замечательно. Ну что ж, ложимся. У нас накрывает 31700. Замечательно. 210 на 110, хрена себе, 43. Друг, как ты у меня выжил-то хотя бы? Скажи мне. Храняйте спокойствие, ладно. А смотрите на задний фон. Руки остались, а тела нет. Вот весело, да? Веселуха. Что ж, у нас 31 тысяча на кармане. Может, что-нибудь купим, если возможно. Револьвер. Нет. 120 повреждения. Я бы, конечно, вот этот купил бы, но... Финансы, к сожалению, не позволяют это сделать. Ну, можно и вот это потом будет купить. Угу, боеприпас 30, 25. Разрядка столько же, но это более точное и более убойное. Ну да. Или дробаш сразу и все. 34 калибр. Бонусы. 20 золота, что там у нас? Угу. 20 золота, ну. Всё ж. А давайте попробуем. Всегда было интересно, что это. Теперь мы режим бога включили. Что ж, следующая миссия, пойдемте.
заценим, что это у нас за обновка за 20 золотых. Хотя я лучше, сейчас говоря, оружие купил. Судя по звукам, что-то не так. Так, что ты меня не вылечила, что ли, ни хрена? Такое чувство, что ни хрена не вылечился. Хотя температура, сказать, что нормальная, давление нормализовалось. А пробуем телефонную версию, какая там была. Ну что ж, нам говорят, идите доставай ключ, код. Ладно, давай достанем код. Новая способность у нас открывается на буковку Т. Кто не знает, и если кто-то знает, то и хорошо, молодцы. Так, а мне тут обнимашки предлагает одна вовлёха, но и не слишком хорошо. Так что пусть обнимается с кем-нибудь другим. А вот денежки нам не лишние. Спать сказал. Сундучок, давай. Есть, нашли. Граната есть, давай еще. Открывай. Замечательно. Фонарик, конечно, сейчас говоря, тоже не очень. Но лучше, чем ничего. Так. Лежать. Чё, Бустя, просто сгораешь? Ладно, сгорай. Я сгораю без тебя. Не представляешь, как без тебя. Да. Там, конечно, я скучаю, но суть, в принципе, чем-то похожа. Так, давай. Поехали. Давай, я тебя тыкать буду. Чтобы быстрее меня доставил. На! Кого прибил? Гранат нету. Ладно. Ну же, давай. Вот так вот, по башкам. Ну все, упал наконец. Вот и лежи. Хрень полосатая. В костюм залезли и думают, что умные. А хрен там. Я закажу обратное, потому что это будет гораздо интереснее. Сколько ж у вас там? Так, давай подъемка, а? Подожди. Так, внизу у нас зомби. Хорошо. Давайте наверх, что ли, глянем. Может, там радости поменьше. И куда нам указывает? Ну ладно, давайте отсюда. Потому что просто так нас сюда не приведут. Что наверх тоже заскочить будет. Так, товарищи с планшетом. Ладно. Живот болит? Уже нет. В животе дырка.
Так, 7.62. 76 штук, замечательно. Золотая карта. 850. Так, что ж. Найти код доступа, ну, я тут. Да, ладно, давай. Давай. Или все по скриптам, если я сначала не спустился на тот код. Если по скриптовке, то все более чем логично. А если же нет, то ладно. Все узнаем. В любом случае зомби тут есть, значит нам сюда. Угу, перезарядка. Скоро превратим автомат в режим бога. Да, вот она, скриптовка, значит, есть тут. Где эта хрень? Раз, два, три. Успешно. 1200 накинули еще. Внизу надо денежки забрать. Так, пилота больше нет, запущено... Ага. Ну а ты думал, друг. Домой возвращаемся, это, конечно, хорошо. Земля — это наша родная планета, поэтому... Что ж, я понимаю твою радость, но она заражена же. Куда ты без нее? Поехали. Хрень с кривой, кривая. Раз, два. Раз, два. А, наоборот. Два. Поехали еще раз. Раз. С другой стороны. На. На. Вот оно. Ай. Нет. Зашел вовремя. Можно я сойду, да? На-на-на. На телефоне это, конечно, тыкается еще более долбанутое, скажу так. Я в нее играл и на телефоне, и тут. Так что по мне, на компьютере она, конечно, сохраняется, традиционные вот эти притормаживания камерой. Свойственно тачпаду больше. Но все равно, в принципе, неплохо. Так, куда нам? Прямо. Прямо и прямо и прямо. Хорошо, все. Как скажешь, друг? Прямо так прямо? Я кто такой, чтобы сопротивляться этому? Угу, упали. Молодцы. Просто молодцы, красавцы, я вам скажу. Золотишко. Наша тема. Иди отсюда. Так, давай. Раз. Патрончик, патрошки. На-на-на-на-на. Еще, давай. Еще 700. В итоге у нас на кармане 43 тысячи. 44, уже неплохо. Так, хилиться нам незачем сейчас. У нас же бонус. Режим бог. Так, и куда нам? Иди отсюда. Ну, куда? Ой, целеуказатель, чтоб тебя. Туда? Наверх все-таки, что ли, да? Наверх так хорошо, все, ладно. Не вопрос. А, вниз. Пока тихо, давайте вскрываем ящички.
Ящики у нас хранят много чего ценного, поэтому давайте. Делаем вот так. Вот так. Ну, вообще, команда огромный прорыв. Dead Effect. Ну, это мы, похоже, есть, а то, что только у нас такие... У нас способности появились. Может, про нас и речь идет. Хотя это слишком... Я. Много цинизма, господа. Ладно. Доктор кого-то там... Доктор, похоже, кого-то постарался. Сам вот это защитился, а других нет, не защитил. Да, встань ты за своим ходом, я не хотел уходить. Ну все, пойдемте, денежки немножко прихватили. На мелкие расходы нам хватит. Какая сволочь. Good. They're good. Нет, сучка драная. Я понимаю, у тебя живот болит, но чё ты, я не доктор, чё ты ко мне пристал? А этот не боксер какой-то, да? Знаешь, боксеришка, отстань, а? Взяли моду? Нет, чтоб ко врачу идти, идут ко мне. Пули не лечат, господа, не лечат они. Это слишком прямолинейно. Как же денежки? 2000. На кармане мы гуляем с мани-мани. Ой-ой-ой-ой. Что-то где-то затряслось. Значит, что-то... Где-то случилось. Так. Куда нам? Нам сюда. Значит, давайте заглянем в эту дверь. Ну да, не зря заскочил. Не побалуемся чутка гранатками. Лишний. Ах ты... Дрянь такая. Ну падай, падай, падай уже. Что-то мне не нравится вот эти защищенные, слишком уж они выглядят подозрительно. Открывай дверь резче. Ой-ё, они гранатами, ребят, кидаются. Ёп, вашу дивизию. Хрень волосатая. Хрена себе они долбят. Гранатами-то кидать-то это любой дурак может. А вот противостоять этому не любой, совсем не любой. Денежка. Так, давай. Что, код какой у нас тут? Видите, тут запоминать не надо в этой игрушке. Тут на главное просто... Так. Да отстань ты. 255. Все нормально. Пойдем. Все заряжено. Ну что ж, миссия выполнена. И на этом, ребят, давайте на сегодня закончим. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До следующих встреч. Увидимся.